И к другим темам. Человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за 2 года. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Он рассказал, пандемия испанского гриппа, которая была в прошлом столетии, длилась 2 года, но с COVID-19 медики надеются справиться быстрее. Тем временем в Якутию, по данным республиканского штаба, коронавирусную инфекцию обнаружили у 44 человек. 20 из них – жители столицы региона. Остальные случаи выявили в районах. В Мирнинском, к примеру, 4, в Ленском – 1. За последние сутки у нас подтвердилось 2 летальных случая именно от новой коронавирусной инфекции. Лаборатории республики продолжают работать, и проведено было за последние сутки, хотя было и воскресенье, 2400 исследований на коронавирус. Как сообщает оперштаб Алроса, за выходные в ковидном госпитале Мирного скончался 1 пациент. Всего же в стационаре находится 23 человека, 1 в реанимации. В ковидном госпитале Удачного лежит 13 человек. На амбулаторном лечении на Айхало-Удачнинской площадке находится 37 человек с подтвержденным ковид. А в Ленском районе в инфекционном отделении 18 человек.